Судя по всему, наш хищник заметил свою жертву. Не знает, что делать с крыльями. Очень жалко табачного барашника. Просто очень. Вот и закончилась эта быстрая, но напряженная битва. Что ж, теперь наш капский варанчик попробовал и гусеницу, точнее, мотылька табачного бражника. Интересно, как ему на вкус. Мне очень жалко табачного бражника, но, увы, лучше пусть он пойдет в пищу капскому варану, чем засохнет долгой мучительной смертью. Пищевая цепочка соблюдена. Варан сыт. Бражник пошел. Покопать решил. Судя по всему, он все еще надеется на добавку. Но сегодня мы его уже кормить не будем. Пусть переварит то, что скушал.